Здравствуйте, ребята! Вот такой интересный рисунок мы сегодня сделаем на тему Древней Греции. Буду рада, если вы подпишетесь и поставите лайк. Костюм из Древней Греции. Итак, для того, чтобы мы начали с вами, нам нужно решить, где будет верх и низ работы, а также прочертить линии симметрии. Мы сегодня с вами начнем с головы. Дальше у нас пойдет шея. Прическа. Плечики. Руки у нас будут примерно так. Ноги у нас не видны. Рисуем прическу и прорисовываем лицо. Здесь у нас будет головной убор в виде перевязочки, такой ленточки. И кичка.
На шею повесим украшения. Какие-то у нас тут будут бусы. Потом прорисуем их подробнее. Это начинается у нас одежда. Очертания фигуры. Теперь мы с вами подчистим лишние линии и начнем раскрашивать. Приступая к раскрашиванию, я с кожи
Сейчас будем раскрашивать волосики. Волосы у нас волнистые, поэтому и карандашную линию я веду волнистую. Теперь ленточку и украшение раскрашу. Само одеяние у меня будет белое, но я чуть-чуть добавлю голубых оттенков, чтобы передать объем драпировок. Чтобы сделать эту работу ярче и интересней, я обведу все фломастером.